20 февраля 2022 год, 5:42 по Киеву, Харькове. И, в общем-то, ждем мы МКС. Пока посмотрим на Луну. Очень сильный ветер, но поэтому тряска такая в кадре. Наверное, даже лучше руками придерживать. Да, но снимать мы будем МКС. И там ветер нам не сильно помешает, потому как это все в ручном режиме будет вестись. 43 минуты должен появиться над горизонтом, уже 43 минуты. Спутник, Международная космическая станция. И ждем, пока он из плотных слоев атмосферы выйдет и нам покажется. Главное не забыть на выдержку увеличить. Все, я его уже вижу. Увеличиваю выдержку. Ну ничего, сейчас он ближе подлетит. Над Венерой он будет пролетать на небосводе. Он спутник. Слушай, надо уменьшать выдержку. Там какой-то весь расплывчатый у нас. Да, дымка все-таки много больше, чем кажется на первый взгляд. Выдержку. Ёлки-моталки. 400 километров. Над землей наша бабочка. Так, вон у нас появилась Венера слева в кадре. Относительно чего-то, чтобы снять. Ну, у нас только Венера есть в кадре. Больше никаких. Примерности.
как раз над Венерой. Ребята, увеличение у меня 125 крат, оптический зум, еще 4 цифровые. И штатив слабо помогает держать в кадре нашу красоту. Вот мимо звезды летит. Попробовать угадать траекторию, чтобы он сам в кадр зашел. Ты куда ж ты опять делся-то, посмотри. Улетает наша бабочка. О, мимо какой-то звезды сейчас промчится. Смотри, как красиво. Тысяч километров в час шпарит. И все, уже через плотный слой атмосферы мы на это дело смотрим. Ушел в рассвет. О, еще на фоне какой-то звезды. Да мы его прямо сейчас до горизонта проводим, ты представляешь? Классно! Ладно, это хорошо. Сейчас посмотрим на Луну, которая садится. На Луну мы смотрели.